Так, мы в Микки Маус парке. Парк Микки Маус, Ясмин Хамамети. Очень много для малышей. Есть вот такие прыгунки. Вот это стоит где-то 4,50 динар. Вот мы взяли 3 жетона, 4,5 динар. 3 вот таких больших батута. Девушка сказала 10 минут. Надели браслет на руку, наверное, сейчас выгонят. Вот, батуты грязные, конечно, без тапок. Вот здесь я на территории купила воду без газа. 1 динар, то есть не нужно издалека ничего тащить. Парк такой скромный. Можно зайти, вот так вот мимо пройти, прогуляться. Вот здесь вот на территории в белом домике есть туалет бесплатный, что очень хорошо. То есть если вы идете мимо, гуляете, идете в салон Оредо или в аптеку, то можете зайти в туалет, сходить и идти дальше. Салон Оредо прямо вот здесь красный. То есть на выходе из Микки Мауса. Вот не видно его здесь. Все здесь, Ясмин Хамамети, очень близко. Все, до связи.